Начинаем заседание клуба юных геологов. Снимаю в 4К, чтобы всем было видно. Один слой типа мрамор, другой не знаю какой камень. Дело не в том, что я не знаю, а в том, что вот, например, сейчас попробую подобраться. Белый, какой-то красный и снова белый. Причем это очень прочный, типа мрамора камень. Вот здесь то же самое. Дальше идет. Как такое получилось? Непонятно. Идем дальше. Да помолчи ты. Слои, 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 как будто кто-то делал торт Наполеон. Ай, падаю. Красный, черный, белый. Если у кого-то есть какие идеи, как это получилось, пишите в комментарии. Но вот самое интересное. Это, видимо, уже не торт Наполеона, это уже какой-то рулетик кто-то хотел делать. Вот как вот это завернулось? Есть геологи вообще в зале? Нужен ответ из зала. Просто-напросто. Помощь знатоков. Дальше идет вот это вот. Ну и внизу песок. Понятно, песок это не то, что у нас в Сахаре результат разработки каких-то урановых месторождений по всей планете. Такой белый, кристальный. Это просто мелкие камешки. Все, вопросов нет. У меня вопросы вот к этому всему. Как, согласно официальной истории, мог получиться вот тот заворот? Если есть геологи, пишем в комментарии. Я реально в ступоре. Просто любопытно. Добра, соратники.